Ульяновская татарская национально-культурная автономия празднует 25-летие. Концерт, посвященный юбилею, прошел во Дворце дружбы народов Губернаторский. Со сцены звучали песни, стихи и поздравительные слова. Татарская речь гармонично сплетается с русской. Проследить историю создания в регионе национальной автономии, узнать о достижениях выдающихся ее представителей предлагает выставка. В экспозиции книги и архивные документы. Автономия сохраняет среди населения Ульяновской области народные традиции, развивает культуру и держит очень большую связь с татарами других регионов и Казани, Татарстана. Мы живем свободно, спокойно. Из числа татар более 3000 предпринимателей, руководителей разного уровня, свыше 20 профессоров, 110 кандидатов наук. Мы живем комфортно, развиваем свою культуру. Татарскими авторами за последние годы выпущено более 100 книг. Написана история 30 татарских сел. Сегодня в регионе проживает 150 тысяч татар. По численности населения татарская община находится на втором месте после русской.